На юге края через неделю ждут первую волну паводков. Это на 10-20 дней раньше, чем в прошлые годы. Чтобы все прошло без серьезных последствий, спасатели заранее подготовили и проверили технику и экипировку. Всего к борьбе со стихией готовы 138 человек краевой службы. У них 60 автомобилей и 31 лодка. В этом году впервые спасатели берут с собой респираторы для себя и одноразовые маски для людей, которые могут быть заражены коронавирусом. Все самое необходимое, дезинфицирующие средства, которые позволят нашим спасателям, если в случае, когда они будут работать в очаге заражения или будут соприкасаться с больными коронавирусной инфекцией людьми, защитить в первую очередь себя, ну и в том числе оказать помощь пострадавшим.